Что ж, погнали дальше. Так, надеюсь, мы тут с хвостатым не встретимся. А то роботы тут не такие уж и страшные, но хотя, конечно, криповые, да. Что за... ясно. Опять эти пидорасы. А как от них уебать? Блять, вот желательно бы открыть вот эту хуету. Но она, блять, не откроется. А он просто там стоит, да? Ясно. Так. Что там можно сделать? Я, по-моему, уже все сделала. Выключай. Система динамиков, это что? Допустим. Блять, хули он там углы протирает? Пиздос. А вот оно как. Бля. Пиздос. Что вы там делаете? Блять. Какой же он криповый. Так, прямо. Нет, спасибо, до свидания. Ты куда смотришь? Бля. Иди нахуй! Куда мне? Мне сюда? Ух ты! Ладно, вот придурки лысые, а. Как они меня уже заколебали. Пиздец. Блять, а здесь, походу, эта тварь. Так. Кто? Ясно. Блять. Так, пройти просто тупо прямо. Тише. Не паникуй. Пиздец.
Обосраться можно. А, это все, это мы вышли, короче. Но я все равно здесь потихонечку пойду, мало ли что. Пиздец. Бляй, Тунг. До научной медбашни на транзите. А, извини. Блядь, он же здесь может вылезти. А какой транзит вызывать? Выход к центру связи Сингсан-Телеком. Тихо. Службе техподдержки и лабораториям Gemini Exoplanet Solutions. Тихо. Все? Да. Фу, слава яйцам. Ладно, нормально. Ух, эти придурки лысые, они мне покоя не оставляют. Они мне покоя не оставляют. Что за фраза, блин? Они все меня в покое оставить не могут. Так, наши любимые карты. А, ну что до них добираться? Ладно, вставай. Да вставай ты. Выход к госпиталю Сан-Кристобаль. Тейлор здесь. Центру Андроида. Здорово. Рипли. Там Рипли? Да. А чё? Не волнуйтесь, Тейлор. Как она? Ей нужна помощь. Госпиталь недалеко, но я не мог ее оставить. Я пойду гляну, что там найдется. Вы побудьте с ней. Попробую починить передатчик. А что делать, если эта тварь появится? Прячьтесь. Несанкционированное проникновение. Куда? Транзитная линия отключена приказом Аполло. Пожалуйста, не оставляйте вещи без присмотра. Вот пиздец. Да, теперь мы не уплывем отсюда вообще никуда. Пиздец. Держи. Куда идти-то? Прямо в ту сторону добраться. Здесь Тейлор. Рипли приведет помощь. Ну, я бы не стала так это торопиться с выводами. Я могу и не привести помощь. Так. Ага. Давайте без андроидов, пожалуйста. Что? Что здесь не так? О, люди! Только людей нам сейчас не хватало, а? Эй, да! Помощь нужна! Ну да. Мне нужен врач. Слышите? Где вы? Погоди, не слышу. Чё? Поднимайся, я открыл тебе лифт. Кто ты? Что ты? Где ты? Давай быстрее, что ты там копаешься? Да подожди, ты главное не шуми. Ну? Типа, йоу, чувак, что ты тут делаешь-то вообще? Все двери заблокированы, ну и хорошо. Что это? Блять, везде все что-то горит, что-то. Ага, я понял.
Ладно, попидарили. Кстати говоря, а чё по крафту? Можно что-нибудь сделать на этих андроидов ебучих? А чё-нибудь типа... Тоже больше ничего нельзя сделать. Ладно, я с тобой. Я закрою за тобой шар. На всякий случай. Ну, давай посмотрим, что это у нас тут за человек такой. Напряжная игра вообще. Помещение с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 19:00. Здрасте. Сейчас у нас не лучшие времена. Ну да. Сохраниться можно. Да, я бы даже сказала, хуёвые времена. По сути. Доктор Кульман. Я Рипли. Я ищу врача. Я врач. Моей коллеге нужна помощь. Опа. Нужны медикаменты. Мне тоже. К сожалению, здесь у меня ничего нет. Придется спускаться в амбулаторию. Как мы туда попадем? Мы? Ты же видишь, я нездоров. Давай ты поможешь мне, в смысле, а я тебе. Ты нездоров? Найди код к служебному лифту, а потом вместе спустимся в госпиталь, ясно? Код? Ну да. Я тебе все подскажу. Код доступа может быть у Морли или Лингард. Сначала загляни в кабинет к Морли. Блять. Я помню эту хуету. Надо сейчас от твари хвостатой бегать будет. Морли или Лингард. Ладно. А как туда пойти? Через дырки? Или чё? Private rooms направо. Ладно. Бля, чё ты так шаркаешь ногами-то? О, карта. Чё там? Ничего там. Непонятно, короче. А, может быть, по шахте? Хотя нет, вроде как сюда. Хотя здесь пропуск, да, нужен? Типа, и где мне его взять? Ну да. Тут вроде нету этих... блядь, а почему здесь потолки такие низкие? Здесь вроде как нету открытых дырок на потолке. Поэтому эта говнина не вылезет. Так, давай сохранимся, короче, и в дырку полезем тогда уж. Как я не хочу это делать. Так, Морли или Лингард? Хорошо. Ладно. Я учту. Так. А, и здесь ни хрена. Пиздец. Вот это звуки. Опа. Комната чья-то личная. Так, допустим. Есть тут что-нибудь? О, да, блядь, стой. А, вот здесь говно вылезти может уже. Почему оно не реагирует на открывание дверей? Или все-таки как-то реагирует? Пиздося. Так, стоп. Бля. А подожди, я не поняла.
Я просто открыла дверь. Я просто открыла дверь. Чё мне, по идее, через... Вообще через главный вход. Вот сюда, где закрыто. Ладно. Сохранись еще раз. Будем по кругу ходить и сохраняться, блядь. От страха, конечно же. Так, сейчас, погодь. Вот туда прямо он вообще откроет дверь, нет? Или тут на... блядь, понятно, на кнопочку надо нажать. Тогда понятно. Тогда все ясно. Вот так сейчас и обойдем. Так, в круговые комнаты. И найти кабинет Морли. Все ясно. Ну давай! Да не ори, блядь! Поможем друг другу! Ты, главное... Не ори. Иди дальше. Здесь содержались пациенты с расшатанной психикой. Те, кто не смог адаптироваться к... Говорите, куда идти. Космосе. Да, говори, куда идти. Ой, блядь, звук забыла выключить. Ёбаный в рот. Так, все, потише. Так, а стоит ли здесь ходить? Бедняги. Не бойся, никого из них тут нет. Ну, я очень на это надеюсь. Так. Так, там... Там открыто. Здесь... Нет, нет, не туда. Куда? Ты гонишь? Еще и так громко говоришь, блядь. Зачем? Все понятно. Дальше, да, дальше, блядь, по этому коридору. Не ори, долбоёб. Я иду тихо, спокойно, не привлекаю лишнего внимания. Так, можно зайти сюда. А, нет, нельзя. Ну ладно. Здесь можно использовать УРД. Так, где ты? Блин. О. Так. Ты на месте. Это кабинет Морли. Так. Наверняка там где-то есть код. Так. Ладно. Так, 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 так. Мало медикаментов. Доктор Лингард, нам нужно больше стимуляторов. Их оказалось совсем мало. К тому же Кульман раздает их направо и налево. Судя по записям в журнале на этой неделе, он наведывался в амбулаторию уже 16 раз. Надо ввести нормирование, потому что чем ближе к закрытию станции, тем сильнее жители Севастополя будут нуждаться в этих препаратах. Можете поговорить с Кульманом, узнать, кому он сбывает медикаменты. Общее. Карантин код доступа нашла? Да. Нам еще нужен магнитный пропуск. Морли всегда носил его при себе. Да. Найди его. Найдем, найдем. Ты, главное, не кипишуй. Так. Внимание. Нарушение карантина в госпитале. Внимание. Успокойся. Нарушение карантина. Я сейчас выясняю, в чем дело. Подожди, дай ты прочитать. Должна найти пропуск. Только для какого-то госпиталя Сан-Кристобаль введен карантин. Доступ в отделение первой помощи имеют только сотрудники службы безопасности и руководство госпиталя. Бла-бла-бла, код 1702. Система будет отслеживать состояние периметра каждые 15 минут. Форпост Прогресса, Севастополь, Форпост Прогресса, автор Джулия Джонс. Беспокойный народ, плохо ли это, хорошо ли на право носить оружие человек сохранил за собой в эпоху освоения космоса, а как иначе защитить себя, своих близких и свой корабль, когда от ближайшего служителя закона тебя отделяют десятки световых лет. У этой медали, впрочем, есть и обратная сторона. Севастополь, где свирепствует вооруженная преступность, жители этой станции, бесконечно нарезающие круги в богом забытом уголке вселенной, несчастный народ, прозябающий в унынии, те, у кого хватило денег на билет, покинули это место давным-давно, оставив позади друзей и соседей в окружении пустых магазинов, сбоящих электронных систем и не сбывшихся надежд на экономический бум. Жители Севастополя чувствуют себя обманутыми. Их заманили сюда корпорации, не желавшие признавать
что мыльный пузырь под названием колонизация глубокого космоса неизбежно лопнет. Эти люди злы, полные отчаяния, полные отчаяния и готовы ополчиться друг против друга. Принятые недавно службы безопасности меры по противодействию торговле на черном рынке лишь усилили всеобщую озлобленность. Каждый день станция подходит все ближе к краю ужасной пропасти. Аудиоошибка, утилит нету, блин. Я могу сюда залезть. В чем дело? Доктор, говорите. Говорите со мной. Так. Так. Тут все перекрыто, значит. Идем прямо и... А. Налево, короче, в комнаты, да? Тише. Что, блядь? Где он? Пиздец. Это нахуй пиздец. Где эта тварь? А мне идти прямо, между прочим. Это пиздец. Ой-ой-ой. Где-то надо мной. Блядь. Ты можешь уйти, пожалуйста, вообще? Что ты тут делаешь? Блядь, где-то сифонит по кругу. Тупо по кругу, блядь, шастает. Здравствуй. Вы видите перед собой крепкий и теплый скафандр. Вы надеваете. Вы отделены от всего мира. Вы слышите свое ровное, спокойное дыхание. Проблемы не могут вам родиться. Вы в одиночестве, но вам ничто не угрожает. Что вы чувствуете? Да. Ух ты. Там есть сохранялка. Что, где, когда? Ух ты! Тут нету дырок сверху. Блядь! Все, я закрылась. Слава богу. Вот это жесть. Вот это жесть, как страшно. Не потерплю к себе такого отношения, Морли.
Понятно? Сегодня я не смог войти в амбулаторию по обычному коду. Как вы, Слингард, прикажете мне исполнять свои обязанности, если вы ограничиваете мне доступ к медикаментам? Блять, они открываются. Необходима медикаментозная поддержка, особенно... Подожди-то. У-у-у-у. Так. Найти пропуск доктора Морли? В нынешних условиях я не позволю ущемлять их интересы. Считай это официальным предупреждением. И не думай, что я блефую. Это пиздец. Без базара, блядь, это пиздец просто. Куда-то вон туда надо. Я понять не могу, где эта хуета ходит. Блядь. Просто что-то ходит, топает. Ну нахуй. Как это место-то пройти? Особенно куда надо-то? Ну тут закрыто. И чё? Для начала найти пропуск нужен, да? Нужен. Только где это сделать? Это что тут? Что за хуйня? Может, я все-таки в кабинете где-то должна была поискать этот пропуск, а я что-то, блядь, попидорила сюда, нахуй. Блядь! Пиздос. Это ебаный пиздец. Бля! Залазь! Он меня здесь увидит? Блин, вот это я тупанула, да? Оказывается, нужно было прям там еще продолжать искать. Ёбаный ты урод. Тише. Потихой. Ага, он что-то мигает. Ну, все правильно. А, нет. Это не пропуск. Все, больше ничего нету. Здесь. А где пропуск-то искать? И чё? Вот здесь вот где-то, в этом отростке. Чё я здесь понять не могу. Так, ну здесь закрыто явно. Сука. Он знает, как попасть в амбулаторию, но ему нужно... Да он гандюшник. Гандонина. Да. И что делать? Может, он, блядь, валяется там где-нибудь, я не знаю, на полу. Чё это валяется? Ничего.
Посмотри еще раз здесь. Утилит нету. Ладно. Значит, не здесь его искать, а там, где прям показано, но... А где там? Я там была. Там тупо закрыто. Тупо закрыто, и там делать нечего. Ну, по идее. Тихо. Вот козлина хвостатая. Так, ну он вроде по этому коридору не ходит. Так, и может быть вот... Так. Может быть... А, нет. Тут нужно восстанавливать подачу энергии, в принципе. Может быть он тут где-то валяется, не знаю. Может быть, прям подойти. А, ну конечно. Блять. Где? С другой стороны зайдет. У-у-у, сука. Кабинет. Кабинет. Так, где ты, гнида? В этом кабинете что у нас? Ничего. Так, может быть, по луту что-то. По луту ни хрена не вижу. Пиздец. Ой, сука! Вот это фиаско, братан. Чё? Пиздец, блядь. А, вот это нахуй разъёб. Вот это, блядь, разъёб. Пиздец. Пиздец. Чё к чему? Ой, ушкин кот. Ага. Ага. Наконец-то я хоть до чего-то дошла. Морли. Морли. Чего там? А-26. Что так шумно это делаешь, мать?
Так, нам теперь отсюда надо выйти. Выйти, наверное, через правую кишку. Пиздец. Там просто пиздец. И как нам это сделать? Ты идешь сюда, нет? Давай быстрей. Я знаю, что ты сюда должен прийти. Ну? А то, блядь, перепроходить это такая себе залупа. Ты это потише делать можешь, мудила. Мудилочка ты моя. Мудилочка, блядь, ты моя. Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты. Можно тут засесть под столом. Отлично. Что за банк? Банку пинает. Пиздец. Так. Допустим. Да непонятно, как эта мудила, блядь, ходит. Сохранение есть. Ну давай сохранимся, чтобы с самого начала не начинать. Так. Допустим. Тише. Тише. Блядь. Не мешайся. Так, значит, здесь есть сохраняшка, отлично. Теперь дальше по кишке пройти надо. И куда ты ушла? Налево? Она направо. Ой, пиздос. Главное, чтобы она здесь не это. О, тоже стафрум. Какой-то стафрум. А, здесь можно было пройтись. Ладно, хрен с ним. Идем сюда. Сюда. Такс. Ой, блядь. Тихо. Тихо. А, смотри, тут что-то лежит. Блядь, закрывайся уже. Фу. Так. Осмотреть палаты доктора Морли. Это А... Это какая? Не вижу. А26 или А28? Ну? Где ты там? Надо мной прям. Да уходи ты куда-нибудь. Уходить его страшно вообще. Не работает. Заебись, ну нам сюда надо, как я поняла. Но тут типа не работает.
А нет, все-таки А28. Блять. Карта. Где этот придурок? Блядь. Не в ту сторону. Надо туда идти. Сука. Так, пока вроде тихо. Пиздец, все шумит, блядь. Вы можете, сука, не шуметь? Пожалуйста. Отлично. И что здесь обсматривать? Что здесь? Ну, хлам, блядь. Какая нахуй разница? Тише, тише, тише. Блять, мне кажется, или она очень громко это делает. Какое долгое задание, блять. Где ты? Сука. Чё так громко? Ну и чё? А чё я нажала-то? И чё дальше? А куда идти-то? Типа везде, где можно теперь нажать, и теперь можно идти или чё? А чё у меня сделать? Задача какая? Куда мне сейчас идти? Нихуя не понял. Чё это? А вот этот, вот в этот момент нужно нажимать? Или чё? Блять, это туалет. Серьезно. Понятно. Заебись вообще. Ну нам же нужно было в этот... А26. Где-то тут пропуск, там, не знаю. Тут ни хрена. И тут пропуска нету. И здесь хрень какая-то. И здесь нет ничего. Чё, в другую, что ли, идти? Стран. Осмотреть палаты. Все? Блядь. Давай в 27-ю. Тише, тише, тише. Здорово, 27-я палата. Здесь жетон, здесь клей. Ага. О, здесь работает. Чё это? Центральная хуета какая-то. О, щиток. Что он мне поможет сделать? А нахуй надо сигналку включать? А, или может быть это? Его отвлечь? Эту тварь? Не? Так. Допустим. Теперь и надо идти в 29-ю, да? Блять, а зачем мы это все делаем?
Тише, тише, тише. Пиздец. Он прям тут прошел. Хули ты это так громко делаешь, дура! Идиотка, блядь! Просто идиотка! Пиздец! По-любому сагрили. Хули ты это так громко делаешь, мать! Бля! Зачем ты сюда зашел? Фу, блядь. Идиотка. Блядь. Пиздец. Я отсюда никогда не убегу. В рот. Еще и музыка такая играет. Как бы типа намекая, что алло, тебе пизда. Смотреть палаты? Почему палаты? Все что ли? Ебись, а ну коню. А я еще только в 27-й, а мне нужно в 29-ю. И это пиздец. Ты можешь уйти куда-нибудь далеко? Пожалуйста. Блять, я только выхожу. Ты уйдешь отсюда или нет, тварь? Как мне пройти-то? Он меня заебал уже, если честно. Залазь. О, СФУ, СВУ. СФУ, блин. Спасибо. Где? Где говно? Меня вообще здесь заметят, нет? Ага. Пидорит. Бля. Нормально все? Пиздец. Вот это обосраться. Блять, он сейчас круговую даст, сука. Сука, 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 сука. Так, тут уже что-то интересное будет сейчас. Ууу, бля. Бля, зачем? Зачем нам это все?
Как же тяжко, сука. Надо дверь закрыть, надо точно дверь закрыть. Чтобы она не открывалась, когда он мимо проходил. Вылазь, короче. И жмакай. Так, благодарю. Так, я вас... Быстренько... Блядь, что? В нем есть пропуск. Блядь. Я могу что-нибудь скрафтить? Чтобы у меня хотя бы место освободилось. Пропуск, вот. Теперь у меня готов он. Блядь, банка ебучая. Ты это... Не шуми. Так. Пиздец. Так, а как к нему возвращаться-то? Ёбаный в рот. Прямо, короче. Как-то прямо... По всем нычкам заходить. Так, он где-то справа. Только тихо. Я тебя прошу, только тихо. Здесь даже можно почитать. Но стоит ли? Я только что обнаружил пациента, которого заперли в комнате отдыха на несколько дней. И все это время он был вынужден слушать этот бред про красивые восходы и жену, которая жарит дома бекон. Нам приказали очистить помещение перед предстоящим демонтажом, но никто не освобождал нас от исполнения наших прямых обязанностей. Что такого больше не повторялось? Медкарта. Бла-бла-бла-бла, тревожное расстройство, перелом берцовой кости. Да в пизду вообще нахуй. Страшно, пиздец. Страшно, пиздец, за невозможность. Чё ты так громко это делаешь, мать? Да пиздосий. Просто пиздосий. Так, направо и налево там можно будет сохраниться потом. Так. Так. Ну? Ну быстрее, где ты там ходишь? Блядь! Короче, когда музыка играет, он прям это... Рядом, короче. Блядь! Нет! Ебать его в сраку! Идиотка. Так, сюда, сюда, последняя. Так, отлично. Блять. Леви, 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 леви. Быстрее, 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 быстрее сюда, хотя бы. Блять. О, что? Где? Блять, ебать, вот это страх, вот это страх, вот это просто животный страх на самом деле, прям пиздец, я так еще никогда в жизни не пересиралась, очень страшно, очень, блять, просто обосраться можно. Так, может быть в это, в вентиляцию, которая напротив там, короче, ёбнуть туда. Просто блять, я хотя бы сохранилась. Фу. А вообще, ладно, в пизду его. Я потом просто это допройду в следующей серии, да и все, ладно. Тогда на этом мы закончим. Увидимся в следующей серии.